кто-то уже определился с будущей профессией, кто-то пока в поиске. Однако совсем скоро выпускникам предстоит сделать выбор. И чтобы помочь справиться ребятам с этой весьма непростой задачей, комитет по образованию второй год организует масштабное мероприятие «Форум Профистарт». Государственная итоговая аттестация, осознанность, профориентация – тема форума. Представители вузов технического и гуманитарного направлений рассказывают школьникам о своих профилях, условиях поступления, на что обратить внимание будущим абитуриентам. В школу номер 12 имени Чкалова приехали представители Российского государственного социального университета, Московского политехнического университета, Российского государственного университета туризма и сервиса. Стоит отметить, в этом году в форуме принимают участие и представители ведущих предприятий региона. Мы в этом году заключили соглашение с 10 предприятиями Москвы и Московской области именно в рамках профориентационной работы. Сегодня мы дали старт профориентационному мероприятию «Профистарт». Он адресован для детей старших классов, это в основном 10-11 класс. У нас также есть еще одно направление, это профориентационная работа с детьми 8-9 классов. Предприятиям, как будущим работодателям, важно растить кадры вместе с образовательными учреждениями, начиная еще со школы и далее в колледжах и вузах. Есть соглашение «Профессионалитет», в рамках которого образуется, должен образоваться целый кластер, в который входят как и образовательные организации, так и много предприятий, базирующихся на территории по Московской области и Москве. Это и целевое обучение, это и практика в том числе. Так как мы работаем не только с вузами, мы работаем также и со средним профессиональным образованием. В этом году форум проходит в течение 2 дней на базе 2 общеобразовательных учреждений. Все остальные школы не остаются без внимания, подключаются к видеоконференции. Это важно не только выпустить, но и дать путевку в жизнь. Профориентация в школе сегодня не просто разговор, как должен человек подходить к выбору профессии в теории. «Профистарт» – одно из многочисленных мероприятий направленности. Вырастите из сегодняшнего школьника профессионала своего дела, который внесет вклад в развитие своей малой родины или даже страны в будущем. Для отрасли образования городского округа это одна из наиважнейших задач. Анна Балиец, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.